В отделении радиологии Ульяновского онкодиспансера появится уникальная радиотерапевтическая установка. Новый аппарат томотерапии позволит ежегодно более 600 онкобольным получать бесплатное высокотехнологичное лечение. Оборудование позволит удалять злокачественные новообразования без повреждения здоровых тканей. Этот аппарат позволит вывести лучевую терапию в регионе на новый уровень лечения. Это аппарат линейный ускоритель. У нас линейные ускорители есть. Мы на них работаем. Но этот линейный ускоритель совмещен с компьютерным томографом. Значит, планирование идет на компьютерном томографе. И перед каждым сеансом облучения компьютерный томограф определяет положение опухоли. Она в результате лечения должна ведь уменьшаться. И чтобы не облучать здоровые ткани человека, то есть поля соответствующим образом корректируются. Соответственно, меньше осложнений бывает от лечения. Напомню, проект реализуется благодаря государственно-частному партнерству. Система томотерапии предназначена для лечения опухолей, облучения новообразований труднодоступного расположения, в том числе спинного мозга, головы, шеи, молочных желез, малого таза, легких и тотального облучения всего тела. Первые пациенты смогут получить медицинскую помощь на новом оборудовании уже в январе 2020 года.